Поехали. Чё, поехали? Что-то, кажется, кому-то потребовался работник. Фух, сейчас будет. Игра 5 ночей с Кэнди. На Android. Так, поехали. Так, заткнись, онлайн. Так, тут Blank. Тут Кэнди, который будет на третью ночь. Честно на вторую, Блэк на третью, а они на первый, значит. Так. Так. Так, понятно. Так, Кэнди, Си, Кэнди иногда по этой стороне, сначала на первой камере он, потом на второй. Потом на пятый, потом на третий, потом на четвертый. Или как у Кэнди или Честер. На девятую, восьмую, седьмую, шестую. Блэнк. Честер на восьмую, потом на седьмую, потом на шестую. Вот Кэнди такой же, как и Честер. Блэнк. Бежит сюда и надо Кэнди сюда, потом сюда, потом сюда. Все, короче, понял. Короче, я вычеркну. Так, здесь пройдут две ночи. Если вы хотите, чтобы я прошел АК-2 на ПК на втором канале, то ставьте один лайк, и тогда я пройду АК-2 на ПК на втором канале. Так, пока что все тихо. Можно тупо посидеть. Так. Какой год? 1900, я не понимаю, тут какой-то мелкий шрифт, тут, ну да, действительно, кстати, ждите теории по окна. Ну, короче, давайте сейчас. Короче, администратор этой пиццерии знак, который я сейчас знаю. Короче, он хотел сделать свою пиццерию Кэнди бургером. Ну, бургерная Кэнди. Так, попроще. Вот. Ну и, то есть сначала появилось, сначала был Red and Cat бургерная. Но потом решил администратор три знака, Кэнди, он решил сделать три Кэнди the Cat, вот. Бургерная. А, это лампа. Вот. Вот. И он сделал поэкстрики по новой. Вот. Но потом Кэнди и Синди вместе с Блэнком Честером, когда появится пингвин на третьей ночи, отвезли на старый завод. Вот. Там они остались. Ой, это кто? А, это Синди. А, Синди пока. Ой, это чё?
А, короче, Кэнди бургены уже стояла, теперь поставили аниматроников Кэнди, Син, то есть Фредди, то есть Боники, Чики, Манго, и сломанных аниматроников. То есть сначала один это аниматроники, которые выступали раньше, то есть у Бонни, когда было лицо или рука, и он был целен. Чики, когда были руки. Вот. Ой, а где она? А, она на втором. Смотрите, у нее здесь глаза. Вот. Вот. И... Короче, знак стал... То есть, смотрите. Короче, потом она стала, и потом она стала Фредди Фазбер, пиццерии. Вот. И, короче, так, история Фнака, короче, вот такая история, вот смотрите, вот скоро, смотрите, вот газета Five Nights at Freddy's 2, вот. Ну, разработчик Fnac 1 постарался на лучше. Ой, себе здорово. А чё ты так быстро? Где ты без помех? А, Кинг пошёл. Свалил ты. Ну ладно. Как ты держишься? 4 утра. То есть самого разработчика, который понател от Скотта, Five Nights at Freddy's уже стал. А, вот он! Значит, он по левой стороне прилетели, по этой стороне. Ой, синий пропал. Понятно. Значит, скоро будет конец ночи. Понятно. Кстати, эти работают? Погодите. Где-то почти как Фнак. Да, они работают. Ну да, точно, он по этой стороне пойдет. А Синди по какой стороне? Блин, а где Синди? Она не использует. И сейчас она на второй камере. И Кэнди на седьмой пока по камере. Блин, он вроде по этой стороне идет, я не знаю. Вон брысь, 5 утра, пока нормально. Так, опять ты свалилась, сколько можно свалить? И, кстати, это пока что первая ночь. Так, о, 6. Смотрите, что ли, Фнак? И, кстати, вся история началась в этом за... Так, привет, Пинни. Кстати, время надо доделать. Привет.
Ну что ж, давайте заканчивать. В общем-то, Five Nights один. Хорошая игрушка, я буду продолжать. Всем пока. До новых встреч.